В Выборгском замке начинается масштабная реставрация главного и самого высокого сооружения – башни Святого Олафа. Памятник Средневековья уже укрывают строительными лесами. За 9 месяцев мастера выполнят огромный объем работ, начиная с фундамента и завершая куполом. Башня Святого Олафа получила серьезные повреждения в середине 19 века. По случаю открытия Сайминского канала в замке устроили фейерверк, от искры загорелись деревянные перекрытия. В результате 6 пролетов башни обрушились вниз. В ходе реставрации интерьеры планируют воссоздать. Здесь будет 6 этажей. Также планируется произвести ремонт внешних фасадов и интерьеров башни. Укрепление кладки, расчистка, консервация. Отремонтируют и купол башни Святого Олафа. Металлический каркас сохранят, а вот кровлю заменят. Прохудилась кровля банально, да, происходило затекание. Мы видим, что существуют сложности с кладкой, со стенами, как это видно как снаружи, так и внутри. Существуют случаи, к сожалению, случаи, когда отваливались значительные куски штукатурки. Для туристов сделают новую лестницу, которая ведет под купол. Изменится и сама смотровая площадка. Она станет шире, примерно на полметра. Заменят перила на более высокие и надежные. А еще установят новое освещение и мощную сигнализацию, чтобы по ночам никто не нарушал покой средневекового замка.